Проезд в красноярских маршрутках с завтрашнего дня подорожает сразу на 3 рубля. Вместо привычных 16 уже утром заплатить в автобусе придется 19 рублей. Информацию сегодня подтвердил председатель ассоциации перевозчиков края Михаил Омышев. Напомню, новый тариф в Министерстве транспорта утвердили еще 30 декабря, но вступить в силу по закону постановление должно было только через 10 суток после того, как его официально опубликовали. Выпадает этот день как раз на завтра.